забирают любимых от нас. Я тебя не пущу никуда, уходящим. Скажите сейчас, я дождусь тебя, только вернись. Если так пожелает жизнь, я пойду по любому пути. Не бросайте любимых в пути, не жалея ни сил, ни ног. Сколько им суждено пройти, знает лишь только бессмертный Бог. И цените родных сейчас. Не бессмертен вы человек, чей-то рейс опоздает на час, чей-то рейс опоздает на век. Через страны и сквозь города, расстояние и времени мимо, я тебя не предам никогда. Говорите своим любимым. Ладно, все-таки прочитай, наверное. Сейчас, просто ты сидишь, мне неудобно. Я читала на живую классику в Артеке. Вот. Я, честно, не помню, два года назад было, но ладно. Он не маленького роста был. Родился маленький, как девочка, 2 килограмма. Рос маленький. Обниму его, мое ты солнышко. Ничего не боялся. Только паука. Дарили ему танк, автоматы, пистолеты. Нацепит на себя, не маршрут по дому. Я солдат, я солдат. А это ему исполнилось 4 года. Мы тогда вернулись с прогулки, повесила это пальто на вешалку. И слышу из кухни шлёп-шлёп, шлёп-шлёп, фингаю. Полные прихожие лягушек. Они из карманов его пальто выскакивают, а он их собирает. Моё ты солнышко! И говорит, мамочка, ты не бойся, они добрые. И назад карман запихивает. Моё ты солнышко. Игрушка ли была я? Так, поиграю что-нибудь мирное. Сейчас. Да просто я уже прочитала это. Сбила текст. Ну да, нацепит на себя и ушел по дому. Я солдат, у меня это солнышко. Поиграем что-нибудь мирно. Я солдат. Идти в первый класс. Не можешь нигде купить пальто и школьную форму. Куда ни иди, все большое. Мое ты солнышко. Забрали Ваню. Я молила не о том, чтобы его убили, а о том, чтобы... не о том, чтобы его не били, а о том, чтобы не убили. Я боялась, что будут издеваться ребята посильнее. Он же такой маленький, но рассказывал, что могут заставить и трусы чужие стирать, и туалет мыть. Я этого боялась. Попросила, пришлите все свои фото. Мама, папа, сестренка. Я уезжаю. Куда уезжаю, не сказала. Через 2 года пришло письмо из военкомата. Ты, мама моя, письмо. Ты, мама, не плачь. Наша броня надежная. Мое это солнышко. Наша броня надежная. Одежду не купила. Туфли, шарфик. Ждала его, ждала. Сейчас. Ему месяц остался до конца. Одела бы в могилку. Сама бы его одела, то не разрешили гроб открыть, поглядеть на сыночку, дотронуться. В чем он там лежит? Нашили ему форму по росту. Первым пришел капитан за военкомата. Крепитесь, мать. Ваш сын здесь сейчас привезут. Где мой сын? Здесь. Я села на пол. Поднялась и набросилась кулаками на капитана. Почему ты живой, а моего сына нет? Ты такой сильный, такой здоровый. Ты мужчина, а он мальчик. Почему ты живой? Привезли гроб. Я стучалась в гроб. Мое ты солнышко, мое ты солнышко. И сейчас я хожу к нему на могилку. Упаду на камень. Обниму. Мое ты солнышко. Все. Ну, это отрывок, это получается.